Чанцин, если ты жалеешь об этом, я помогу тебе вернуть ее. Не нужно. У каждого свои мечты. У нее свои. У меня свои. Даже если я не увижу ее до конца своих дней, иметь возможность исполнить ее мечту уже достаточно для меня. Брат Чанцин, прошлое осталось в прошлом. Оставь свою одержимость и взгляни на человека рядом с тобой. Дорогая. Это я виновата. Твой учитель была права. У людей своя дорога, у демонов своя. Это все я заставила пойти тебя против небес. И ты чуть не лишился жизни. Дорогая, не вини себя. Если бы не ты, я бы не возродился. Наверное, учитель так сказала, потому что не любит демонов. Не принимай близко к сердцу. Я вернулся к тебе. Мама, я слышала, что в последнее время ты варишь лекарства. Неужели что-то случилось с Чанцином? Чанцин! Чанцин отдал жемчужину возрождения барышне Линлун. Теперь он лишился всех чувств и очень слаб. Мама, если бы я только смогла забрать страдания Чанцина. Не будь глупой. Вот, возьми. Это лекарственный порошок, тщательно разработанный мной. Он может улучшить его состояние. Дай его Чанцину. Спасибо, мама. Брат, прости. Как Сюэ Линлун обманом заставила тебя отдать жемчужину? Эта женщина и правда злобная, я прикажу схватить ее. Брат! Я сделал это добровольно. Ты знаешь, что с тобой случится, если она не вернет жемчужину? Потеря всех чувств, затем потеря сознания, и потом смерть. Темный дух в любой момент может прорваться через барьер. Брат. До дня укрепления барьера еще есть время. Я уверен, она вернется. Чанцин. Меньше всего я хочу видеть, как ты вредишь себе ради других. Я знаю. Брат Чанцин! Вот лечебное блюдо, которое я приготовила для тебя. Попробуй, это будет полезно.
Спасибо. Доклад. Глава, принц. В городе на наших людей нападают злые духи. Я проверю. Я с тобой. Я тоже пойду. Дзесу, тебе нет смысла идти, оставайся здесь. Пойдем. Я... Брат Чанцин, береги себя. Чанцин! Осторожно! Чанцин! 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 Брат... Мне жаль... Стоит ли этого та женщина? Я ни о чем не жалею. Ты в сговоре со злыми духами, чтобы навлечь беду на клан русалок. Ты заслуживаешь смерти. Скажи спасибо твоему братцу. Это он отдал жемчужину возрождения и открыл мне дорогу. Я убью тебя! Достаньте для меня жемчужину возрождения.是。